Ташкенте в эти минуты проходят переговоры президентов Беларуси и Узбекистана. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев встречаются в формате один на один, после чего к ним присоединятся члены делегации. Буквально только что мы получили первые кадры из Ташкента. Старт большому переговорному дню дала церемония фотографирования. В центре внимания лидеров двух стран взаимодействие по целому ряду направлений, от промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы и туризма. Ожидается, что речь пойдет и о развитии регионального сотрудничества, производственной кооперации, создании сборочных предприятий в Узбекистане. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а по итогам переговоров будет подписан пакет документов. Товарооборот стран за год вырос более чем в два раза, уже около 130 миллионов долларов. Тенденция сохраняется. Увеличить эту цифру намерен бизнес. Накануне в Ташкенте стартовал форум делового и межрегионального сотрудничества. Главы государств планируют посетить белорусско-узбекское предприятие «Амкадор Агротехмаш», а также выставку производителей «Made in Belarus», в которой участвуют более 150 наших компаний.